50 административных дел за перевозку холодного оружия и лекарственных средств с начала года составили на тюменцев. Запрещенные предметы сотрудники таможенной службы нашли в багаже пассажиров аэропорта Рощино из-за границы. Они пытались везти кистини, бумеранги и кастеты. Кстати, обладателями последних были женщины. А на психотропные и наркотические лекарства у пассажиров не было даже рецепта врача. Необходимо рецепт врача, в котором будет указана необходимая дозировка и необходимое количество препарата, предусмотренное данному гражданину. И необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Санкция, предусмотренная за данное правонарушение, это конфискация. Нарушителям также может грозить штраф до 2500 рублей.